прошел набор высота, я добавлю новые модификации легендарного вертолета серии Ми-8. А в данном случае Ми-8 МСБ выполнена акционерным обществом «Мотор Свич». Замена устаревшего МСБ-2 позволила значительно расширить эксплуатационные характеристики вертолета и обозначить температуру от минус 5 часов. Скажу, что однажды на этом вертолете машиной, военный летчик-снайпер, летчик. Вертолет эксплуатируется более чем в 50 странах мира. Регионами эксплуатации являются страны СНГ, Япония, Китай, Германия, Польша, Судан, Египет, Перу и многие-многие другие страны. В общей сложности за рубеж было поставлено более 2000 вертолетов, большая часть которых эксплуатируется и в настоящее время. Установленный двигатель CV3-117VMA унаследовал лучшие конструктивные решения, направленные на обеспечение более высоких параметров и ресурсов, которые были отработаны на базовом двигателе CV3-117VMA. 1В. Новая модификация имеет взлетную мощность.